Здорово, подписота, 1 июля. Нахожусь в Ашане, вон там охрана. Смотрим на охранник, через сколько подойдет. Там вход в Ашан. Стал на самом открытом месте, чуваки, поняли? Здесь проход, чтобы вы видели, вот. Между стеллажами, чтобы меня максимально было видно. Ставим вас. Жрать будем вот этот торт. Торт сметанный называется. Вскрываем. С нами уже есть вилочка в наличии. Вскрываем. Ну, опять же, ничего страшного, да, я думаю. Стою, то есть сотрудники в любом случае меня увидят. Давайте пробовать торт сметанный ням-ням. Ни разу не жрал, по-моему. Он чем-то похож на панчо, ребята. Торт сметанный похож на панчо, который мы с Лешей Владимировичем ели. Поняли? Как-то так и никак иначе. А, забыл сказать. Спонсор видео Иван Иванов. Иван, тебе привет от Женечки. Ну, как я тебе говорю, вот я за него не оплачивал. Сейчас пожру. Не обещаю тебе какого-то скандала, но в любом случае, ну что-то там уже люди кучкуются в красных жилетках. По-моему, это не по мою душу. А торт, кстати, ребята, кто не знает, он просто сам по себе вкусный, кстати. Мне понравился. Серьезно. Что, я вам мешаю? Сколько уже? 2 минуты прошло, да? Торт, кстати, вкусный. С нами также тряпочка, ребят, чтобы вытирать свою рожицу. Ну, смотрите, стою откровенно, вот, посредине зала, всем по барабану. Ни с кем не договаривался, ни с кем, вообще. Может, конечно, они меня уже знают, я не знаю. Обращают внимание только не сотрудники, а обычные люди. Максимально стою вот так вот. Вот, открыто хаваю. То есть я не виноват, что ко мне не подходит. Я никого не это. То есть я не виноват, что ко мне никто не подходит, Иван Иванов, понял? Смотри, сотрудники везде ходят, вон вход. Ну там, блядь, вход. Смотрят на меня, ну всем по барабану, им просто по барабану, понимаешь, Иван? То есть я еще не платил за этот торт. Ем, ну что, человек хочет, пусть поест. Опять же, видишь, Ашан — это большой магазин. Если бы я зашел в малый, мне кажется, там все равно на меня сразу обратили внимание. А сейчас на меня вот смотрят они. В основном, смотри, смотрят люди. Просто проходящие люди. Слушай, ну я весь торт не буду здесь стоять есть. Я половину съем. У меня, кстати, в наличии компотик, ребят.
компотик домашний вишневый. Поэтому это я говорю как бы к тому, что спокойно можете, видите, я стою посередине, спокойно можете стоять и жрать торт. Кто вам слово скажет? Никто. Вот я стою, ем, мне никто. Вот я с тортом хожу, блядь, с тортом. Ну что мне еще сделать? Пойти к охране, что ли, сказать, братан, можно поесть у тебя? Ну, то есть, Иван. Ну ты понял, Иван. Я сделал то, что должен был. Сколько у нас? 5 минут. Ну давай, до 10 минут и вырубаем. А, потом надо будет заснять, как на кассу пойду. Там скажут или нет что-нибудь? Если здесь хоть пожрали, то на кассе что-нибудь скажут или нет? Смотри, стою ем. Посередине Ашана. Я не знаю, ребят, что еще надо делать. Кидаться тортами? Тогда да. Поэтому, Иван, торт мне понравился, кстати. Хотя он по акции. Ем его в первый раз. Сметанный, прикольный. Вон там охрана. Торт. Серьезно, прикольный, мне понравился. Купил бы я еще раз, купил бы. Серьезно. Похож чем-то на, как я уже говорил, панчо. Я ел его 9 мая прошлого года с Лешей. На улице мы ели. Ну что, 7 минут, сколько будем затягивать? Пойдем на это, на кассу. Ребятишки, ну что, я стою, блядь, вот смотри. Всем похуй, всем по барабану. А я сомневаюсь, что они меня знают. Просто им по барабану. Ну ешь и ешь ты, братан. Хочешь похавать, похавай. Пойдем оплачивать. А я деньги вообще взял? Кто может забыл, блядь? А, деньги в наличии. Деньги в наличии. Пойдемте. Последний кусочек. Закрываем. Пошли, оплачу. А где у нас оплачивать? А где у нас оплачивать, чувачки? Давайте, чувачки, где у нас оплата? Где у нас оплата? Ашан. Где у нас касса? Пойдемте на кассу. На кассу пойдемте. Надо вас перевернуть это. Вперед снимать, блядь. Где у нас очередь? Очередь. А к вам можно? Да, съел его. Ничего страшного. Нету. Без нал. О чем? Пикаем. Тишки. Что? Иван Иванов, спасибо тебе за донат, конечно. Ну ты понял, да? Никакого спектакля, спокойно все. Пожрали, ушли. Говорит, что, тортики любим? Да, любим тортики. Ну ладно, что. Всем пока, всем добра.